Уважаемые коллеги, добрый день. Прошу проставить плюсики, если меня хорошо видно и слышно. Замечательно. Ну что ж, тогда приступим. Меня зовут Демидова Маргарита. Я руководитель отдела продаж компании Resort Life Travel. И сейчас я вам немного расскажу о нашей компании, а затем передам слово моей коллеге, представителю отеля Vaccaro Maldives, это новинка сезона, Елене Овсянниковой. Наша компания работает на рынке Мальдив уже 12 лет. У нас 3 международных офиса. Главный офис у нас находится на Мальдивах, на острове Хулумали. Также у нас есть офис продаж в Украине и в Индии. Если вы видите, у нас был ребрендинг произведен, и если вы нас ранее знали как Resort Life Maldives, то сейчас у нас Resort Life Travel – это одна компания, это мы, поэтому не пугайтесь, у нас сейчас небольшой ребрендинг, и мы рады представить наш новый логотип и наш новый цвет – красный, это основной цвет, традиционный мальдивский. Это наши офисы, которые были открыты у нас для рынка России и СНГ в Украине, ну и также, как я уже говорила, в Индии, в Мумбаи. Что же касается нашего сервиса, значит, одним из наших основных преимуществ – это собственная стойка в аэропорту, где есть представители компании нашей, 2 русскоговорящих представителя, также 2 англоговорящих. И мы оказываем поддержку 24 часа 7 дней в неделю. У нас есть горячая линия, поэтому клиенты могут в любой удобный момент обратиться к нашим представителям по Вайберу, Ватсапу и решить все вопросы, которые у них возникают на отдыхе. Стойка номер 27. Вот один из наших представителей, Анна, русскоговорящих. Также мы встречаем клиентов с табличками, названиями нашей компании. Если клиентов необходимо встретить с табличкой именем и фамилией, мы также можем предоставить такой сервис. Он на бесплатной основе. И также можно предоставить SIP-сервис, который начинается с трапа самолета. Это за доплату. Также мы проводим регулярно рекламные туры для наших партнеров по всем новым курортам. Делаем прямые включения, присылаем обновленные фотографии, вы все это можете увидеть в наших соцсетях, я еще дополнительно на это остановлюсь. Безусловно, мы регулярно проводим вебинары на платформе Profi Travel. Вы можете пройти по ссылке и отфильтровать поиск нашей компании и посмотреть все предыдущие вебинары в записи. Очень информативно мы постоянно делаем либо какие-то включения, как сегодня. Также предоставляем всю необходимую обновленную информацию о курортах, и вы можете всегда найти все необходимое на сайте. Ну и дополнительно хотелось бы остановиться на нашем собственном проекте, наш собственный первый тематический гестхаус The Aquas, называется, что производная от воды Aqua. Это тематический дизайнерский гестхаус в стиле морском. У нас 12 свободных комнат к продаже, 2 из них с шикарным видом на море. Значит, все необходимое есть в номере. Пляж через дорогу. Обращаю ваше внимание, что это локальный остров Хулумали, поэтому пляж муниципальный, то есть загорать и купаться в бикини здесь нельзя. Необходимо пройти на отдельную зону, которая называется Бикини-Бич, где могут загорать клиенты буквально 15 минут ходьбы от гестхауса. Также второй очень важный момент, то что на локальных островах не сервируется алкоголь, и привезти его также является невозможным, и приобрести где-либо на острове тоже нельзя. Это очень важная информация, обязательно информируйте клиентов. Вот это вторая комната. И, конечно, фишка нашего гестхауса – это ресторан «The Kiolu», что в переводе с мальдивского языка «Дивехи» означает «рыбак».
Здесь украинская кухня, скажем так, скорее микс мальдивской и украинской кухни, и шеф-повара тоже из Украины, поэтому клиентов всегда можно удивить выбором еды, и, конечно, очень это стильно и интересно для клиентов побывать в таком месте. Ну и к тому же, да, это первый украинский ресторан на Мальдивах. Также мы планируем открытие нового гестхауса. Планируется в конце 2019 года. Хотим увеличить количество комнат до 60, а также увеличить инфраструктуру в отеле, потому что, если вы знаете, гестхаусы обычно это очень лимитированная инфраструктура, то есть иногда даже нет бассейнов, маленькие здания невысокие, да, там буквально четырехэтажные. Поэтому, в общем-то, мы работаем над этим, мы надеемся, что клиенты будут довольны выбором, ну, плюс это экономия бюджета. Также мы ежегодно проводим с нашими партнерами какие-то мероприятия, и, в частности, на фотографии вы видите команду Sales Office в Украине. Это фото с мероприятия, которое мы проводим уже второй год в Украине с нашими партнерами. Здесь представлено наше руководство, также вся наша команда, можете детально рассмотреть. И День независимости Мальдив, 26 июля, второй год, мы отмечаем этот праздник с нашими партнерами, приглашаем ательеров, проводим семинары, розыгрыши. Очень интересно, и всегда тоже вы можете отследить это в наших соцсетях. Здесь вы видите контакты нашего маркетолога. Дарья Сиднева, она сегодня, к сожалению, не может присутствовать на вебинаре. И, тем не менее, контакты ее есть. По всем интересующим вопросам касательно ивентов можно с ней связываться. Ну и, так как я уже говорила, хотелось бы остановиться на наших соцсетях, потому что сейчас мы живем в 21 веке, у нас шагаем в ногу временем и активно ведем публикации в Инстаграме, в Фейсбуке, можете подключиться и следить за всеми новостями. То есть у нас помимо того, что публикуются на русском языке, также на английском, всегда можно сделать репост, посмотреть какую-то интересную информацию, спецпредложения, прямые включения, эфиры, публикации новых фотографий из отелей. Все наши фам-трипы тоже мы все публикуем в соцсетях, поэтому всю необходимую и актуальную информацию вы можете там найти. Ну и, конечно, хотелось бы также остановиться на том, что мы первая принимающая компания на Мальдивах, у которых есть собственная система онлайн, Summer Incoming, то есть портал B2B, куда вы можете зайти, получив логин и пароль, и отслеживать все цены и актуальное наличие мест в отелях в системе. Поэтому мы будем рады сотрудничеству с вами, ответить на все ваши вопросы. Просьба, если у кого-то есть какие-то вопросы, написать их в чате, мы уже будем отвечать в конце вебинара. Ну а сейчас я рада передать слово моей коллеге, представитель отеля Vaccaro Maldives, Елена Овсяникова. Спасибо за внимание, коллеги, и хорошего дня. Здравствуйте. Пожалуйста, поставьте плюсики, если меня слышно и видно хорошо. Ага, отлично. Отлично, отлично. Ну что ж, всех рада приветствовать. Я в данный момент нахожусь на Мальдивах, в новом отеле Vaccaro Maldives. И прежде чем приступить к рассказу, хочу предложить вам посмотреть буквально короткое видео, а потом уже будут лайвы и разные детали о нашем курорте. Thank you.
Это было такое презентационное видео, которое на самом деле полностью отражает картину острова. Вакару, очень большой остров, и не знаю, насколько это было очевидно из видео, по мальдивским меркам, разумеется, большой, очень зеленый, и ощущение непередаваемое от пребывания. Здесь мы находимся на атолле Баа. Это самый красивый атолл Мальдив, единственный атолл, который находится под защитой ЮНЕСКО ввиду богатого разнообразия морской флоры и фауны. И если смотреть на карту атолла, вот, то Вакару находится вот в левой части, в стороне от других курортов. Если вы работаете с Мальдивами, вы знакомы с, должны быть, с Four Seasons, с Nueva Fushi, с прочими курортами. Вот если смотреть на карту атолла, то что они вот здесь вот выстроены в ряд. Вот, Вакару находится немножко в стороне, и находясь на острове, в какой бы части острова вы ни были, вы не увидите никакого другого острова, ни курорта, ни местного, и действительно ощущение того, что вы посреди океана, и большая земля очень-очень далеко, и даже вечером никакие огни островов не долетают. Полное ощущение робинзонады. Но такая робинзонада в люксовом стиле. Добираться до острова нужно на гидроплане, это 25 минут от Мали. Мы вчера добрались чуть подольше, мы еще забрасывали гостей по пути в Анантару Кихава, и, наверное, в общей сложности у нас путь занял где-то минут 45, вот. Но это редкий случай. Обычно наши гости напрямую летят в Акару, и вся дорога занимает 25 минут. История острова началась в 2011 году, когда его купила семья ближневосточная, семья с Ближнего Востока, у которых в собственности уже более сотни отелей по всему миру, находящиеся в составе разных брендов, цепочек. Но они решили, что им не хватает собственного люксового курорта на Мальдивах, и приобрели остров Вакару, который на тот момент являлся кокосовой плантацией. На всех фотографиях и видео видно, насколько остров зеленый, что не характерно для нового курорта, а мы все еще новый курорт. Мы открылись в декабре прошлого года. Скоро будем праздновать первый день рождения. Вот. И за счет того, что это была кокосовая плантация, остров действительно очень зеленый, буйная густая растительность, и не только кокосовые пальмы, но и другие характерные для Мальдив деревья, растения. Наши, помимо роскошной зелени, нам есть еще много чем похвастаться, и предмет особой гордости – это три собственные голубые дыры. Если кто не знает, то это провалы в морском дне естественного происхождения. Вот в нашем случае наши три вот эти дыры, там глубина достигает 22 метров, и это самое классное место для дайвинга и снорклинга. Одна из наших дыр имеет открытый выход в океан, что означает, что здесь самое большое разнообразие рыб и морских животных, потому что они еще из открытой воды, из океана заплывают внутрь. Есть свой домашний риф, невероятно комфортная, удобная зона купания по всему периметру. Не нужна специальная обувь. Песок очень мягкий, в чем я убедилась сегодня сама. И зона для купания очень комфортная. При этом спуск пологий, и
хорошая глубина, при которой можно комфортно плавать, начинается достаточно быстро, буквально там в пяти метрах от берега. Вот наш остров. Передвигаться по острову лучше всего на велосипедах. Их здесь выдают всем гостям, на каждую виллу. В общем, количество велосипедов пропорционально количеству гостей. Сейчас пытаюсь включить видео своей утренней поездки на велике. Строго не судите. Держалась одной рукой за руль, другой пыталась снимать. Поехали. Ездить с великом с одной рукой не очень просто снимать на камеру. С риском. Да, здесь был. До своих конечностей. Но прогулка на. Ой, так, пишут, что нет видео. А кто-нибудь видит видео или только один человек не может его разглядеть? Центр. Ага. Водных видов спорта. Сейчас в программе Dolphin Watch. Там смотри. Dolphin Watch. Дельфины. Остров. Там выше есть ссылка, можно будет посмотреть попозже. Ага. Так. Про варианты размещения хочу рассказать. На острове 125 вилл, и у нас есть категории, которые могут принять гостей любого состава, возраста, пола. Количество категорий настолько много, что мы всегда можем подобрать удобный вариант размещения для группы любого состава. Стартовая категория – это бич-бунгало, 114 квадратных метров, максимальная вместимость 2 взрослых человека. И хочу отметить отдельно, что всех категорий вилл одинаково комфортный, удобный доступ на пляж. Вот сейчас здесь бич пул вилла, вы видите на слайде, 250 квадратных метров. Опять же, максимальная вместимость двое взрослых. Есть очень похожая на нее категория, называется бич фэмили пул вилла. И так как, почему вы виллу не видите? Я показываю презентацию. Простите, отвечаю на комментарий. Презентацию всем сейчас видно? Ага. Спасибо, спасибо. Значит, я продолжаю. Разница между Beach Pool Villa и Beach Family Pool Villa вот в этой небольшой комнате, которая при размещении пары, она представляет из себя такую лаунж, небольшую лаунж-зону или маленькую гостиную. Если же это семья с маленькими детьми, подчеркну, с маленькими, то тогда эта комната оборудуется как детская, смежная детская с родительской спальней. С родительской спальной комнаты, которая выглядит вот так. Вариант размещения удобен именно для семей с маленькими детьми до 5-6 лет, когда отдельно их отселять куда-то далеко не очень удобно и нужен постоянный присмотр, чтобы они там сами на пляж не убежали или что-то еще. И вот этот вариант оказывается максимально комфортным, при этом у родителей сохраняется свое пространство, комната закрывается раздвижными дверьми, и у них есть еще дополнительный душ и туалет, поэтому друг другу ни родители, ни дети не мешают. При этом в случае... Ой, простите, я укатилась не туда. При этом, если дети постарше или семья путешествует с няней, есть полноценная вилла с двумя спальнями,
площадь 286 квадратных метров, до 6 человек на самом деле может уместиться. Таких вилл у нас 12, да. Комнаты смежные и, опять же, с очень удобным выходом на пляж. Следующая категория – это водная вилла. Здесь вы видите ванную комнату. Ванная комната – это наша отличительная черта. Она очень просторная и одинаковая во всех категориях вилл, начиная от самых стартовых и заканчивая топами. Просторная ванная комната с душем внутри. Обязательно еще у всех категорий есть душ на улице. Здесь ванная с видом. Во всех, естественно, водных виллах вид на Индийский океан. Водные виллы нескольких вариантов у нас представлены. Вот стандартные 140 квадратных метров для двоих взрослых. Есть еще лагун вилла. Это та же водная вилла, но по своей планировке она похожа на бич пул виллы за счет вот все той же комнаты, которая может трансформироваться в детскую. И в лагун вилла мы разрешаем размещение с детьми. Необходимо, правда, подписать согласие там и инструкцию по технике безопасности. Вот. И вот лагун вилла на воде здесь, помню, она вмещает до 5 человек, 2 взрослых и 3 детей. Дальше следующие категории сьюты и резиденции. Это мой самый любимый кадр курорта, потрясающий вид сверху на водные виллы. И здесь видно во всей красоте нашу голубую дыру. И здесь на краю стоит резиденция с четырьмя спальнями. Они чуть попозже. Значит, over water pool suite, огромнейший совершенно, 307 квадратных метров. Помимо того, что сама вилла очень большая, просторная, есть еще огромный бассейн, 50 квадратных метров. И то есть, не хотелось бы вас ввести в заблуждение, но по той информации, вот, которая у меня на Мальдивах, на водных вилл, у нас, ну, вот в этой категории самый большой бассейн. Так, дальше. Вот, такая же категория Beach Pool Suite, и это та вилла, в которой я сейчас нахожусь. Хочу показать вам короткое видео, которое я сегодня утром сняла. Проведу вас по своей вилле. Надеюсь, всем будет видно. Так. Ой, нет, это не то. Так, простите. Так. Ага. Что? Добро пожаловать в Beach Pool Suite. Вот. Добро пожаловать ко мне в гости. Оказываемся в гигантской гостиной. Очень симпатичный, красивая, приятная мебель. Вот за этим столиком я сейчас сижу прямо сейчас. Сразу же отсюда на пляж. Там обеденная зона. Спальня. Еще не успели убраться. Извините за беспорядок. Проходим дальше. Прошу прощения за легкий бардак. Гигантская ванная комната. Здесь зона для нее. Для него. Так как я живу одна, зона для него не тронута. И здесь набор разных.
принадлежности, соответственно, мужских и женских. Я проверила, там есть даже бритва для мужчины. Да, Wi-Fi ловит. По всему острову. То есть... Отвечая на вопрос, в чате Wi-Fi ловит на всем острове очень хорошо. То есть не обязательно там, перебегать из ресторана в бар или там на виллу. То есть вы даже просто, если идете по дорожкам и гуляете по пляжу, Wi-Fi ловит очень хорошо везде. Можно прям стримить в Instagram лайвы легко. Так, возвращаемся к презентации. В гостиной, вот, наша самая высокая категория размещения – это вилла с 4 спальнями. Она находится на самом краю джетти, где водные виллы расположены. Идеальный вариант размещения для большой компании или для большой семьи, для тех, кто путешествует на яхте, потому что можно подплыть на яхте, бросить якорь и зачекиниться прям сразу на виллу, не проходя в лобби никуда. А здесь, значит, помимо спальни есть свой собственный спа-павильон, обеденная зона внутри, обеденная зона снаружи, гостиная, бассейн, комната для дворецкого. Забыла сказать, что у нас на курорте... курорт с батлерами. У каждой категории виллы есть свой дворецкий. Если, ну, то есть иногда это может быть один дворецкий на две виллы, иногда свой собственный. И вот, насколько я могу судить за сутки пребывания здесь, ребята очень внимательные, очень-очень исполнительные, любая просьба, любое замечание прям схватывается, выполняется мгновенно практически. Вот, это гостиная. Наверное, самое время упомянуть дизайн курорта. Им занималась голландская компания, та же самая, которая разрабатывала дизайн для Vela Private Island. Очень много света, очень приятные текстуры тканей, каких-то вот настенных деревянных панелей. Вся мебель, все предметы интерьера были выполнены по индивидуальному специальному проекту под курорт, для курорта. Вот снова, значит, это возвращаясь к резиденции, 917 метров, общая площадь, 4 взрослых и 6 детей или 8 взрослых. Кстати, про дворецких еще не сказала, есть русскоговорящий дворецкий на острове, что часто бывает немаловажно. В целом на курорте на данный момент 5 человек, которые говорят на русском языке, и все основные как бы важные зоны, они прикрыты. Есть русскоговорящий став, персонал на фронт-деске, в спа, в детском клубе и в рекреационном клубе, и в дайвинг-центре. Там тоже есть инструктор, который говорит на русском языке. Комнаты... виллы управляются системой «Умный дом». Управление все происходит с iPad. Очень, очень, очень простая, наглядная инфографика. Не нужно, там, если даже гости не знают английский язык или что-то, то все доступными простыми иконками изображено, и открываются, закрываются занавески, включается свет, кондиционеры и прочее. Есть кофеварка, все туалетные принадлежности – зубные щетки, бритвенный станок, я там поковырялась в этом мешочке для него. Ну, вот. Есть emergency kit для женщин, где есть средства женской гигиены, вот, что тоже приятно. То есть по поводу каких-то туалетных принадлежностей можно вообще не беспокоиться, здесь все на месте, гостей
ожидает. Также пляжная сумка, шлепанцы уличные и домашние и так далее. Так, кухня. Предмет, еще один предмет нашей гордости, это кухня Бакару Малдивс. Экзекутив шеф у нас, это французский шеф-повар, обладатель мишленовской звезды, и он находится на острове постоянно, не в гостевом режиме. Он отвечал за разработку концепции всех ресторанов, их у нас 4. Это ресторан Амания, ресторан международной кухни, Изолетта, итальянская кухня, гриль-ресторан Ваку, где подается премиальное австралийское мясо и, разумеется, морепродукты местного улова. Ресторан азиатской кухни Ону. Есть еще винный погреб и австрийский сомелье. Вино на любой вкус и кошелек. Есть органическая ферма, этим сейчас мало кого удивишь, тем не менее, вот она у нас тоже есть, и при желании гости могут пойти собрать самостоятельно какие-то травы, овощи, и шеф-повар приготовит, может приготовить блюдо из только что свежесобранных овощей. И два бара, лаунж-бар у бассейна и лагун-бар на воде. Вот это ресторан «Амани». Здесь сервируется завтрак. Давайте покажу короткое. Короткое видео завтрака. Так, по-моему, вот он. Нет, это не завтрак. Завтрак. Вот. Завтрак. Как видите, здесь столики есть на улице, прям на берегу. Есть часть столов внутри под крышей. Завтрак был очень хороший, большой выбор разных блюд. Я не стала останавливаться, ну, прям над каждой тарелкой. Но выбор большой, и все смогут найти какую-то привычную или непривычную для себя пищу, свежевыжатые соки, кофе. Просекко, кстати, любителям начать утро с шампанского, на завтраке наливают просекко в том числе. Так, это был ресторан Амани. Он открыт на завтрак, и дважды в неделю он открыт, он работает еще и вечером. Это он, у ресторана азиатской кухни, вкуснейшее карри, которое сегодня вечером будем пробовать. Ваку, гриль-ресторан, это вот основная терраса. Есть еще справа несколько столиков на песке. Лагун-бар. Здесь коктейли алкогольные, безалкогольные и суши и сашими. Шеф-повар, который работает в баре, пришел к нам из Four Seasons Ланды Геровару. И со следующего месяца, если я не ошибаюсь, или вот буквально на днях должно запуститься еще дополнительное обеденное меню в этом баре. Это основной бассейн, где по левую руку находится ресторан итальянской кухни «Изолетта», и с другой стороны «Кабана» бар. Так, про кухню еще немножко задержу ваше внимание. Очень хорошие отзывы от гостей, и вот в тех трех ресторанах, где я успела сама поесть со вчерашнего дня, действительно еда очень вкусная. Хочется отдельно отметить еще хлеб,
Обычно в Азии или ну, на любых островах сложно всегда, в какой-то момент начинаешь скучать по нормальному хлебу. Здесь такая история, еще до открытия они привезли шеф-повара из Германии, который обучил команду на кухне готовить правильный вкусный европейский хлеб. И, собственно, пока вы дойдете до основного блюда, а вам уже принесли там несколько видов хлеба с оливковым маслом, уже можно наесться хлеб божественный. Так, чем заняться на острове? Вот сегодня утром мы как раз на этой яхте ездили смотреть дельфинов. Любые прогулки морские на яхте, будь то рыбалка или Dolphin Watch, или, что, или, ну, или, или просто прогулка вокруг острова, они возможны. Есть, работает центр водных видов спорта Splash, где можно, то есть он отвечает и за все моторизированные, немоторизированные виды спорта, морские прогулки и прочее. Есть детский клуб на острове, есть клуб для подростков с настольными играми, естественно, есть спа. СПА располагается на воде, 12 комнат для проведения процедур, водная зона с сауной и прочим, она открыта, она работает бесплатно для всех гостей. В СПА-павильонах стеклянный пол, и если вы не уснули во время массажа, то можно лежать и смотреть на рыбок, которые плавают прямо вот ногами. Спортивный зал, здесь рядом павильон для йоги, йога каждый день по расписанию, но при желании можно заказать и индивидуальное занятие. Это детский клуб, очень просторный, с собственным бассейном, с комнатой для сна. Родители могут оставить собственно, детей здесь в режиме детского сада при необходимости, если сами не отправились на рыбалку или просто им хочется побыть вдвоем. Ну, вот здесь детей накормят, напоят, развлекут и при необходимости уложат спать. Называется детский клуб Parrot Fish Club. Есть еще Coconut Club. Он рассчитан вот как раз на подростков, которым обычно не уделяют, не так часто уделяют время, внимание. Здесь много разных настольных игр, пинг-понг, там настольный футбол, настольный хоккей. Так, что там у нас еще есть? Бильярд. И здесь фотографии нету, но даже есть комната с PlayStation. Если вдруг кому-то совсем уже надоел океан, то можно уединиться в привычной для себя городской среде, закрывшись в комнате с PlayStation. Так, вокруг острова чем можно заняться? Естественно, помимо того, что у нас есть, как я вначале отметила, три, собственно, голубые дыры, где можно заниматься снорклингом, дайвингом, поблизости есть много других классных спотов, куда можно отправиться. Самый, наверное, примечательный, о котором стоит рассказывать всем гостям, которые отправляются на Баатол, не обязательно к нам, это Ханифару Бэй. Это место естественного кормления мант. Полчаса езды на лодке, на катере. Там одномоментно, говорят, можно увидеть от 100 до 200 мант. И одновременно плавать с ними может не более 8 человек. Место находится под защитой правительства Мальдив ввиду своей уникальности. И одновременно там не более 8 человек могут плавать с маской вместе с мантами. Вот мы завтра туда отправимся. Следите за нашими социальными сетями. Будем выкладывать видео. Говорят, что это какой-то космический космос. Иногда еще и китовые акулы приплывают. Вот так это выглядит. И вот где-то здесь маленькие-маленькие люди вместе с мантами.
Так, вернусь назад. Да, ну вот здесь перечислены дайвинг-споты, очень-очень много для дайверов. Еще, разумеется, мы можем организовывать ужины на песчаной косе. Их здесь поблизости есть несколько. Есть небольшая коса, где можно накрыть ужин для пары. Есть коса побольше, если какая-то группа у нас в апреле ожидается группа швейцарцев. Ну вот, и мы будем делать ужин на косе. Если кто-то на острове заскучает, то ближайший к нам местный остров Туладу. Очень интересный с точки зрения, что местные жители так исторически промышляют там разными ремеслами, изготавливают сувениры деревянные. Поэтому можно прокатиться, посмотреть, чем вообще чем и как живут местные на Мальдивах. А вместе с кем плавать? Это манты и китовые акулы. Манты, вот сейчас отмотаю назад, вот такие огромные, то есть они похожи на скатов, только, ну, вот, я не знаю, вот если на самом деле вот мой размах рук, да, и то, наверное, манта будет пошире со своими плавниками. Они выглядят, может быть, немножко устрашающе, особенно за счет этой пасти, но нужно понимать, что они питаются планктоном. Поэтому абсолютно не опасны для человека. И, в общем, к людям относятся, то есть, ну, на самом деле никак не относятся, то есть, ну, плывет человек мимо и плывет, они плывут сами по себе. Ой, слушайте, вот про экскурсию на Туладу, на соседний остров, честно говоря, не смогу вам сейчас ответить. Могу вот позже выслать информацию. До Ханифару-Бэй экскурсия стоит $600. Вот как раз, чтобы с мантами поплавать. Ну, вот, собственно, вот наш Вакару Мальдивс. Будем рады видеть вас, если вы окажетесь на Мальдивах по делам или с фан-трипом. Мы всегда готовы встретить и разместить всех наших партнеров, агентов. Сейчас у нас действуют специальные предложения до конца года и на следующий год. Это, в общем, неплохая скидка 30% и бесплатный полупансион. На следующий год, а здесь не дописала, действует скидка 35%, тоже бесплатный полупансион. И еще забыла отметить про план питания. У нас на всем курорте, независимо от того, какой план питания выбирают гости, будь это полупансион или all-inclusive, они не ограничены, не привязаны ни к какому-то конкретному ресторану или меню. Это dine around, они могут приходить в любой ресторан на обед, на ужин и заказывать все самые топовые позиции. Вот, тоже важно было отметить, хорошо, что вспомнила. Ну, на этом, наверное, все. Если есть какие-то вопросы, пишите, пока мы еще на связи. Так, я хочу посмотреть, все ли видео вам показала или что часто. А, вот, не показала пляж. Давайте покажу вам утренний, в общем, как я встретила утро сегодня. Будет такой завершающий аккорд. Очень-очень красивый был рассвет. Это вот начинается джетти с водными виллами. И вот заход в мою виллу. Очень много зелени, друг друга гости, соседи не видят. То есть, если на пляж соседи не вышли, то ты не знаешь, что там есть кто нет на соседней вилле. Никого не видно, не слышно.
Вот. Ну, наверное, на этой ноте закончим вебинар. Мои коллеги с Profit Travel поделились уже сейчас в ходе вебинара ссылками на все видео и презентацию. Также есть мои контакты по всем вопросам. Пишите, звоните, я всегда на связи, даже если на Мальдивах. Благо, Wi-Fi работает бесперебойно здесь. Вот. Будем рады видеть вас и ваших клиентов у нас в Акару Мальдивс. Спасибо большое. И всем хорошего дня. Спасибо. Так, коллеги, я не знаю, не успели разбежаться. Мы забыли о очень важном моменте. Мы забыли, мы действительно заявили сюрприз от курорта. Вот, и сюрпризом был... Спасибо, что напомнили. Сюрприз – это две ночи проживания в Акару. И...
Давайте попробуем их сейчас разыграть. Так, как нам это лучше сделать? Давайте я задам вопрос по презентации, которую вы сейчас прослушали. Вот. И, в общем, кто первый напечатает ответ в чат, получит ваучер на 2 ночи. Нужно будет связаться со мной по выложенным выше контактам. Вот. И там уже я вам перешлю ваучер. Вопрос будет такой. Сколько ресторанов на курорте? Кто внимательно слушал? Так, ой, ой. Ничего себе. Так. Правильный ответ 4. И мои коллеги из Profi Travel, они потом посмотрят, кто, в общем, первый успел напечатать ответ в чат. Вот. И мы свяжемся с победителем. Но вот я сейчас вижу, я не знаю, там просчитаны ли какие-то доли секунды. Я вижу, что что сейчас выиграла Ирина Трусова. Не знаю, правильно ли говорю ударение фамилии. В общем, следующий президент Сергей Щепелин. Посмотрим, кто из вас на какие доли секунды был быстрее. Ну вот, это наша поддержка от Profi Travel сможет определить. И поздравляю вас. Спасибо, во-первых, за то, что приняли участие в нашем вебинаре, и поздравляю с выигрышем. Надеемся, что воспользуетесь этими 2 ночами в самое ближайшее время. Погоды стоят нынче на Мальдивах отличные. Вот. Ну, еще раз со всеми прощаюсь. С победителем мы обязательно свяжемся до конца дня.